Здравствуйте, коллеги. World Food вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, какую компанию представляете. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я представляю компанию «Мясничий». Мы с вами уже общались и думаю, что многим запомнились своей продукцией. Это тушеное мясо бобра, которое, вы поделились со мной, до сих пор ждет у вас главного часа в своей жизни. Но нужно удивлять. И в этот раз мы приехали на World Food с новинкой. Это наши супы. Полностью готовые к употреблению супы, не нужно ни разводить, ни добавлять, ничего не нужно делать, просто разогреть. И тот продукт, который вызывает фурор у наших клиентов, это том-ям, потому что он действительно вкусный и он готовый. Очень много супов, которые есть, их нужно добавить что-то, водичку, добавить морепродукты, потратьте еще 40 минут на кухне, и вот ваш продукт готов. Наш продукт готов за 5 минут в микроволновке, и самое главное, что он очень вкусный. Поэтому ждем всех гостей на нашем стенде, ждем всех гостей на нашем сайте tushonkamesnichiy.rf. Заказывайте, пробуйте и, конечно, оставляйте отзывы. Нам очень важно знать мнение о наших новинках. Та компания, которая не понаслышке знает, что такое кликбейт, но в офлайне. Это мясо бобра, которое просто притягивало все взгляды, и при этом при всем о доме, этом торговом говорили, что это потрясающе. Теперь мы имеем замечательный том-ям, не имеющий аналогов. Я так понимаю, что теперь эти баночки будут расходиться, как горячие пирожки. Совершенно верно. И попробуем повторить успех бобра? С удовольствием. И надеюсь, бобер есть у меня уже в холодильнике. Просто, как вы понимаете, все мы люди, все мы тоже немножко иногда берем взятки. Поэтому мясо бобра с удовольствием ждет своего часа у меня в холодильнике. И надеюсь, скоро том-ямчик будет составлять ему компанию. Спасибо вам большое. Пожелаем вам удачи. И, наверное, расскажем, где вас можно найти у нас на выставке, чтобы все люди, кто посмотрит наше интервью, захотели к вам прийти. Надеюсь, вы нам оставите пару баночек, чтобы не все отдавать нашим друзьям-коллегам. Наш стенд находится в павильоне номер 15, называется он «Мясничий», он недалеко от входа. Ищите красные вывески и наши баночки. Спасибо вам большое, спасибо за интересное общение и пожелаем вам удачи. Спасибо. До свидания.